Дети вырастают и становятся теми, кем захотят, попав в хорошие условия и к правильным людям. Профессиональная футбольная академия «Факел» имени Проскурина – это осознанный выбор ребят, которые ставят перед собой цель стать игроками высокого уровня. Первой в истории Воронежской области профессиональной академии отбирают лучших детей региона, создавая среду, в которой юные футболисты будут расти, учась не только у тренеров, но и друг у друга. Дети очень быстро растут, когда находятся в соответствующем окружении. Во-первых, это мотивирует, во-вторых, помогает лучше усваивать многие вещи. У Академии «Факела» лучшие условия для развития. Натуральные и искусственные поля новых стадионов «Чайка» и «Локомотив», манеж «Платинум-арена», а также манеж для занятий легкой атлетикой. С детьми работают лицензированные тренеры, которые постоянно повышают свою квалификацию. У нас идет постоянное общение с тренерами как молодежной команды «Факел-М», так и с наставниками основного состава. Академия, молодежка и первая команда – это звенья одной цепи. Мы растим ребят для родного клуба. Занятия в академии, экипировка, выезды на турниры – все это полностью бесплатно для родителей юных футболистов. И, конечно же, каждый родитель скажет большое спасибо за то, что именно в академии все выдается бесплатно. Экипировка, занятия, тренировки, турниры проходят бесплатно, потому что всем отдают себе отчет, сколько стоят платные занятия. Следите за информацией об отборах в академию на информационных ресурсах «Факела», и, возможно, именно ваш ребенок станет футболистом, который прославит родной Воронеж.